Второй форум общественников прошел в Владивостоке. Были подведены итоги голосования конкурса грантов для ТОС и инициативных групп граждан. Жители края направляли свои проекты для получения средств из бюджета на благоустройство общественных и придомовых территорий. Когда на местах будут работать люди, которые лучше знают, как обустроить свои дворы и подтягивать всю ту внутрянку, которая долгие годы требовала внимания к себе, мне кажется, что прежде всего будут довольны сами жители. Это главная задача – создавать комфортные условия для их жизни. На прошедшем в конце мая первом форуме общественников края по вопросам благоустройства территориального самоуправления «Живем в Приморье, решаем вместе» глава региона заявил, что финансирование ТОСов будет увеличено в 2 раза. На первом форуме в бюджете на 2023 год было заложено 140 миллионов рублей. Сейчас бюджет увеличен в 2 раза и составляет 280 миллионов. Практически все заявки одобрены. Так становится все больше проектов, которые реализуются при помощи самих жителей. В крае уже 225 ТОСов и 1000 благоустроенных объектов. За всем этим стоят обычные люди абсолютно разных профессий. Мы написали проект буквально вот за несколько вечеров. Мы назвали его «Умные ступени», мы построили нашу лестницу. И это нашло такой отклик в сердцах людей, что, вот, допустим, естественно, мы подались и на этот год тоже. И люди у нас уже все, представители малого бизнеса, говорят, давай вот так, а это мы сделаем вот так, вот. Все, люди включились, это прям дорогого стоит. Также по решению главы региона в Приморье заработал Центр гражданских инициатив, который позволяет понять, под какую программу попадают жители и как получить поддержку государства для реализации своих идей. С момента открытия на горячую линию центра поступило более 100 звонков. Обратиться может каждый желающий. Люди живут там, где они живут, работают, понятно, они в разных профессиях, а хочется приходить домой и видеть благоустроенный двор, замечательные площадки, асфальтированные дорожки, да, дворы. Поэтому очень актуальный вопрос, и всех просим обращаться к нам, проконсультируем, никого не обидим, решим все ваши вопросы. В настоящий момент в регионе действует целый ряд программ и проектов. Это губернаторская «Тысяча дворов», инициированная Олегом Кожемяко, федеральные программы «Тысяча дворов Дальнего Востока» и формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краевой конкурс «Твой проект». За последние 5 лет по всем программам было благоустроено около 4000 дворов и общественных территорий. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.